Прочли ли вы роман Поляринова «Кадавры»? Нет еще. Ну, прочитаю, наверное. Я занят был сейчас чтением вот этого «Жалкого пчелки» Мюррея и чтением романа, правда, он короткий, чтением романа Олега Радзинского «Покаянные дни». Вот удивительная книга. Понимаете, книга, в которой нет ни одного симпатичного героя. Обе героини вызывают хорошо вызванное, хорошо, мне кажется, темперированное отвращение, хорошо продуманное, настроенное. Но какая же, во-первых, она увлекательная. Это роман, написанный по горячим следам, роман вот прямо о нашем времени. И какой же он точный, какой он захватывающий. Все-таки у Радзинского есть счастливый дар проживания времени. Вот он умудрился это время не просто описать, не просто как хронист его воспроизвести, а он его прожил. И это, конечно, грандиозное явление. Очень приятно. Даже, я бы сказал, это неприятная книга, но она вызывает чувство удовлетворения от того, что кто-то сумел, ему удалось, вот, понимаете, уловить неуловимое. Оно поймано в романе, и его поэтому хочется читать. А Поляринова, ну, я не знаю, буду ли я читать. Наверное, буду. Мне не очень понравилась предыдущая его книга, но переводчик, он совершенно первоклассный, миф, я имею в виду, но он совершенно первоклассный переводчик, и, конечно, за ним надо следить.